Мне кажется, что самое лучшее, что сейчас происходит для нашего общества, оно очень сильно, знаете, когда вот помазали чем-то таким, что выявляет оттенок. Как сказал, да, Ремарк, что в темные времена видно светлых людей. Просто мы увидели все проблемы нашего общества. Что же мы не доделывали все это время? На что мы обращали внимание свысока или, наоборот, легкомысленно? И что в какой-то момент тебе посмеют сказать, что путешествие — это привилегия. Понимаете? Но мы пришли к тому моменту, когда нам посмели это сказать.